Знаете, есть один афоризм, очень интересный. Мечта Бога, чтобы ты состоялся. Но ты не состоишься, пока не осуществишь мечту Бога. У Бога есть мечта, чтобы ты был счастливым и чтобы ты состоялся. Но ты не сможешь состояться, пока ты не осуществишь мечту Бога. Что это значит? Да, у Бога есть мечта, чтобы ты был лучшим, счастливым, богатым, самым-самым-самым успешным. Это его мечта. Но он хочет, чтобы эта мечта была не только в тебе, а он хочет, чтобы эта мечта была в каждом человеке. Поэтому, если ты хочешь быть успешным, счастливым, богатым, здоровым, просто иди и дари это другим людям. Иди и дари это другим людям. Что я имею в виду? Говори им правду. Говорим о принципах Бога. Говорим о Боге. Если они больны, говори, в церкви люди исцеляются. И приведи людей в церковь живую, где люди исцеляются. Если у людей проблема, помоги и реши эту проблему. Не можешь, подведи человека к тому человеку, который может решить проблему. Человек одержим, иди в церковь. У человека какая-то проблема, человек не может найти работу. Приведи его в центр занятости. Помоги людям. Сегодня многие говорят, о, у меня мало денег, я должен бизнесом заниматься. Класс, занимайся. Но отдавай определенную долю этого бизнеса в церковь. Где такие же люди, как ты и я. И когда нужны деньги для того, чтобы говорить о Боге. Потому что сегодня говорить о Боге это не дешево. Для того, чтобы сегодня выпустить какую-то программу о Боге по телевизору, да, это нужно платить большие деньги. В мире все отвечает серебро. Если ты бизнесмен, вкладывай свои деньги в бизнес Бога. Принципы Бога, законы Бога, вкладывать деньги. Ты, неважно, в какой ты сфере работаешь, в любой сфере есть принципы Бога. Говори о этих принципах. Если ты будешь говорить и помогать людям стать богатым, сам станешь богатым. Если ты будешь помогать людям, чтобы люди были здоровы, приведите их в церковь. Или если ты бизнесмен, будешь вкладывать в людей, делать им операции, сам будешь здоровым. То, что ты сеешь людей, ты сам будешь это иметь. Это принцип Бога. Мечта Бога, чтобы ты состоялся. Но ты не состоишься, пока не осуществишь мечту Бога. А мечта Бога, чтобы не только ты состоялся, а чтобы состоялся ты. А слово «ты» – это слово «вообще». Ты и подобное тебе. Поэтому мечта Бога, чтобы ты состоялся. Но ты не состоишься, пока ты не осуществишь мечту Бога. А мечта Бога, чтобы ты помог другим. Вот просто коротко и по сути. Помоги другим там, так как ты можешь. Если ты поможешь, ты добьешься успеха.